Каждый из нас знает, что бы он сделал на месте другого человека. Большие проекты и дела не случаются в один миг. Они готовятся каждый день, час за часом. 3 года – не такой большой срок, чтобы успеть решить все проблемы. Но это и не повод отказаться от преодоления трудностей. Сейчас для развития Иркутской области сделано много. Но сделать мы должны еще больше.